Для того, чтобы проставить апостили на какие-либо справки, выданные в Республике Узбекистан, вам нужно обратиться вот сюда. Это МИД, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. Для апостиля обращаемся не в главное здание, вас, скорее всего, туда и не пустят, а вот сюда. Правее него есть здание поменьше, это консульский отдел МИДа. Заходим внутрь, обращаемся на пункт охраны, объясняем, что вам нужно. Проставить апостиль на справку. Вас направляют в окно. В окно подходите, также объясняете, что вам нужно, зачем. Вам дают заполнить заявление. И говорят сделать копии и оплатить госпошлину. Копии делаются там же внутри. Там есть бюро переводов. 2000 сум стоит копия справки, то, что вы будете апостилировать. После проходите в кассу, пишите на платежке фамилию, инициалы, по-моему, и оплачиваете за каждую справку 30 тысяч сум. Собираете все это вместе, относите в то окно, в которое обратились в первый раз. Вас все забирают, говорят, ждите. Буквально 10-15 минут ждете, и апостили готовы. Все забрали, пошли довольные домой.